Найти точки соприкосновения в работе на благо жителей города-курорта. К этому стремятся руководитель Анапы и человек, представляющий интересы анапчан в законодательном собрании края. Нам очень приятно, что вы приехали в город-курорт Анапы. Мы отработаем те вопросы, которые касаются нашего населения. Я надеюсь, что и вы нам поможете, а большинство анапчан голосовало за вас и верит в то, что вы все-таки будете нам оказывать помощь. И сегодня вы приехали с конкретными вопросами, которые мы можем рассмотреть с вами и принять активное участие в доведении всех этих вопросов до логического завершения. В конце ноября в Анапе на улице Крымской, 181, открылась общественная приемная депутата. Свои просьбы и чаяния Юлии Пархоменко и ее помощникам высказали уже больше 50 человек. Я хотела бы сказать, что, наверное, главная моя задача тоже помогать горожанам Анапы и поселков вокруг. И у нас сегодня на рассмотрении около 90 вопросов. Я знаю, что мы много делаем запросов на муниципалитет. И большое спасибо за те ответы, которые приходят. Наш адрес, они дают возможность нам двигаться дальше. Мы все те вопросы, которые вы задаете вместе с жителями Анапы, мы ставим себе на контроль, на выполнение. То есть в любом понимании этого вопроса мы вместе с вами все равно добьемся положительных результатов. И вот мне нравится то предложение, которое вы вносите, рассмотреть в части программ, как краевых, так и федеральных. То есть с вашей помощью нам, может быть, проще будет зайти в какие-то программы и использовать денежные средства, как федеральные, так и краевые. Юлия Пархоменко заверила, что окажет поддержку всем положительным инициативам. В ходе встречи также поднимались вопросы, над которыми сейчас работает общественная приемная депутата.